производство батончиков вот здесь происходит. Я понимаю, почему я их люблю. Знать еще, да? Вообще. Да. Она нас покормят. Покормят. Или не нужны мои комментарии? Нужны. Значит, с чего начинается приготовление массы, выпуску которой вы сейчас наблюдаете из дежи? В дежи, значит, смешиваются сухие компоненты и влажные. Влажные готовятся и подготавливаются в этих реакторах, которые вот нам ближе всего. Это может быть горячий сок или сироп. Смешиваются в дежи сухие компоненты с сиропом либо с соком. Все очень тщательно перемешивается в смесители. И по наклонному транспортеру, вот как сейчас происходит процесс, подается на формирующий узел. Значит, с помощью калибровочного барабана эта масса, она раскатывается в пласт определенной высоты, ровный, который поступает вот в эти холодильные секции и охлаждается. Вот мы идем, оно все охлаждается и получается. Потом охлажденный пласт определенной высоты поступает на узел. Вначале этот пласт режется на продольные одинаковой ширины полоски. Вот они, видите, вот этот вал? И вон они, колбаски едут у нас. То есть эта масса, она режется на полоски одинаковой ширины. Затем гильотиной, перечной резкой режутся эти полоски на батоны определенной заданной длины, которая нам нужна, кажется, до 110 мм. Это длина у нас дела. Затем вот этот вот узел по рецептуре батончик будет газированный, будет не газированный. Детские батончики вот они. А кроме фрутоняни еще есть на батонах?